вспоминаю. Вот этот был сад, был точно здесь немножко справа. Там соседский, вот там забор где-то как-то столбал нашел. И здесь картошку сажали. Здесь стоял дом. Точно, точно. И здесь сарай рядом с домом. О, где дом, видишь, все заросло. Вот она здесь заброшенная родина. Значит, не там был вход, а был вход. Была дорога. Ах, лев был, я знаю, дальше. Значит, вот я знаю, здесь сразу дом, а тут рядом сосед, это, наверное, соседский сад, даже не надо. А там внизу была баня, я помню. Бабушка знала самогонку. Печкой бабушка хлеб готовила. Пекла пироги. Хлеб, да, хлеб. Вот это вход? Там дом был, вот вход. Это предбанник, да? Да, это сильно. Такие, вот там стоял чуланчик был, такие жернова, два камня вот таких здоровых, такой толщины. Ага. Два, такая там палка сделана. И вот хлеб, муку делала. Ничего себе. Бабушка с пшеницей. Вот такая фигня. Рукой вот так, это самые камни эти. Ручная, да? Да, ручная мельница. Типа. И она вот камнями эти стирала в порошок. Вот здесь был, да, вход. Здесь был, да, заход. Да, и помню, вот здесь, да, дверь. Справа сразу, да, печка. Слева стол тут стоял. За печкой туда вход, там комната была. Угу. Большая. И там кровать в углу стояла. Вот там. А на печке это самое. Я любил спать, лежать. Да? Залезу всегда на печке. И что делал? Спал? На печке? Вот. Целую ночь? А что? Да. Бабушка же каждый день. Там тепло. Накиданы эти шкуры. Знаешь, эти тулупы. На это, ну, чтобы не горячо было. Но. Родина. Пошли. Теперь Лариске есть. Показать теперь буду не просто так. А уже буду знать. Ну, пойдем обойдем. А здесь ничего не было. Здесь скотина. Здесь была, знаешь, скотина. Трава была. Картошку сажали, я помню, сюда за домом. Вот тут. Возле яблок, за яблоком. А тут сад был, я ходил, вот яблочки. Да? Я в детстве. Thank you.
такого не было. Прятались от бомбежки, сюда бегали. Родители. Бабушка, детей этих четыре. Славка, Славка. А тут тоже была бомбежка, да? Чуть-чуть, тут немножко бомбили. Особенно когда эти вещи, тут все. Город. Ну, город, да, а вот и как бы поселки. Здесь да? Тоже воинские части стояли. Ничего себе. А где воинские части, а вот и бомбили. Ну, не так, конечно, как вот. Луки. Да, как город. Но Луки же ни разу не сдался, да? Почему? Он переходил в... Уже под немцами было сколько. Да ты что? А сваты не будут. После переходил из рук в руки, наверное, раз там 10. То наши возьмут его, то немцы опять. Если бригадирцы, значит, тоже дома нет. Тоже уже смысл. А когда она только строилась, помню, значит. Подвал, что-то новое. И у него был тоже внук. Это бабушкина была, как бы, ровесница. Угу. У него был внук такой моего возраста. И вы общались. И да, и мы через дорогу. И вот мы постоянно, я у него, обычно я, потому что они побогаче жили там. Она бригадирша там как бы конфетки у них все водилось. А ты говорил, что конфет не хватало в детстве. Все ошивался. Конечно, не хватало, как мне хотелось. Дед этот мой, он служил в неволе. Когда перед раскулачиванием, ну, вернее, не служил, а перед раскулачиванием, он знал, что его угонят, и все золото, что у него было, вот эту кубышку, он где-то зарыл, он говорил. Где-то... Здесь? Да. Где-то вот здесь, где-то на берегу речки. Наверное, под камнем, под каким-нибудь. Под камнем, да. Давай разроем. И вот Ванька всегда говорил, он же в военном счастье, говорит, давай минискатель возьмем. И говорит, он все прорвался, как напьется, говорит, все, Саня, едем искать клад. Но дед не сказал, понимаешь, да. Ну, думал, может, как там, сам время, может, хозяин, говорит, это вернется. Он такой честный был, говорит. А тут война ж началась. Ну, а война это самое. Подкосила всех. Ну да, на фронт забрали, там его убили. И все, а бабушка, и бабушке тоже, видать, не показал, тоже балбес. За визу речи, точно. Побежали. А где-то клад. Клад где-то. Где-то клад. Она была широкая туда подальше, за деревню, где мы косили, где я рассказывал. Там было такое, никакому, там человек даже утонул. На сенокосе, как-то полез купаться и... Нет, там что-то... А, вон она идет. Видишь, где кусты? Там, значит, видишь. Угу. Шумит. Да, нет, нет. Вот она, речечка, здравствуй, речечка. О, какая ты. По-моему, было. Ну, сейчас и это лето-то запустило. Thank you.
елочка. Да, конечно. А? Ту, наверное, в сторону. Уф. Я не пугаю. Папа. Папа, она идет за нами. Вот это там справа.